100 тысяч рублей смогут получить востопольцы при рождении второго ребенка. С 27 февраля в городе вступило в силу постановление правительства, которым принят порядок утверждения и назначения выплаты регионального материнского капитала. Заявление на получение дополнительной меры поддержки можно подавать после достижения одного года ребенком, родившимся с 1 января прошлого года. Также одно из условий – родители должны жить в Севастополе не менее одного года, а доход каждого не может превышать 2,5 прожиточных минимума, который в Севастополе составляет 11 538 рублей. Среднемесячная прибыль семьи не должна превышать 115 380 рублей. Право на получение дополнительной выплаты получает семья только после рождения второго ребенка. При рождении второго ребенка, также при рождении первого ребенка, я хочу отметить, в случае, если в семье уже есть усыновленный ребенок, и при рождении третьего ребенка, в случае, если мама не смогла воспользоваться региональным материнским капиталом на второго ребенка, в случае его смерти. Три условия. При написании заявления на получение маткапитала нужно предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий регистрацию на территории Севастополя. В случае отсутствия прописки подтвердить проживание в городе героя более одного года можно с помощью свидетельства о регистрации по месту пребывания. Также дополнительно могут представить договора найма, свидетельства о праве на собственность на жилье на территории города Севастополя или судебное решение также может являться документом, подтверждающим проживание на территории города Севастополя более одного года для лиц, у которых вообще отсутствует регистрация. Кроме того, нужно представить свидетельство о рождении детей, расчетный счет, на который перечислят деньги и сведения о доходах за 3 месяца. Заявления на назначение будут приниматься районными управлениями труда и социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Также записаться на прием можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя. Отметим, региональный материнский капитал выплачивается независимо от других мер социальной поддержки и федерального маткапитала. Выплату родители могут использовать по своему усмотрению. Средства зачислят в течение месяца после подачи заявления. По предварительным данным, в прошлом году в Севастополе родилось 1732 вторых ребенка. На данный момент более 200 человек имеют право на получение регионального материнского капитала.